Четверг будет облачно с прояснениями, практически повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, порывистый. По юго-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5, в середине дня от 3 до 9 тепла. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. В пятницу сохранится дождливая погода. Во многих районах кратковременные дожди, а по северо-востоку уже с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный, по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха ночью от минус 3 по северо-востоку до плюс 6 по юго-западу. В середине дня ожидается 3-10 тепла. После затянувшегося бабьего лета к концу октября температура воздуха установилась на уровне климатической нормы. И пока самым холодным сегодняшний день остается в 2014 году. Тогда в Мстиславле утром отмечался крепкий мороз. Столбики термометра опустились до минус 12. Но было в это время и жарко. В 1982 году в Бресте температурный рекорд составил плюс 22. По народному календарю сегодня Филиппов день. Отмечали, что 24 октября уже существенно холодает. Все чаще по утрам наблюдались туманы, шел мелкий моросящий дождь. По приметам, если поздний листопад, то зима будет длинная и с морозами.